We could boil. Boiling At water? first, yes, at first, because it will be very, very quickly. I just get everything for you. I get everything for you. And then you can do. Then I can do this, Billy, because Irina said it is very quickly and very tasty. Very quickly. 5 minutes. But at first we put water in the oven. Oh, not oven. А что, чипсы продаются, да, в супермаркетах? Тюлю, да, и да, водой, побольше. Да? Если ты так делаешь, больше, допустим, да? Вот смотри, это на 4 вот персон мы делаем. Это на 4 вот эти две. Видела сколько? Да, если снимаю. Они с Самидом вдвоем, им достаточно вот одной больших вот. Черных креветок, чищенных. Ага. Видишь, одной хватает. Да, это записывается. Все твои слова будут да, как раз там. 4 фунта стоит одна, 8 фунтов стоит две. Нам, мы то сейчас будем делать им на много. Двоих хватит одно. А так как я делаю на четверых, мы да. Хорошо, поняла. И кастрюлю да, я сейчас решила сварить уже... полную пачку, ну, целую пачку спагетти целую на четверых. Пачку. Да, потому что а я так вообще. Да, если учесть, что это блюдо не такое дешевое, то если спагетти будет больше, чтобы им наесть. Даже ну, хорошо, даже да, хорошо. Чтобы насытиться. Ну да. Да, да. Ну, сейчас увидите. Чистим чеснок. Такие креветки делают. Да, сначала надо ставить воду на спагетти, варить спагетти, потому что спагетти варятся дольше, чем делаются креветки. Ну, креветки, да, по логике так. Одна минута, да, все вот это. Вот сколько будет ты, сколько ты всю головку чеснока? Нужно? Сейчас покажу. Вот на такую порцию, сейчас я покажу, что я все делаю на глаз. Дело, наверное, если они будут делать на двоих, им 4 зубчика хватит. Но опять-таки, это насколько люди любят чеснок. Если не любят, они любят, могут любят. Ложиться. Вот. Но единственное, Арнелла сейчас не может, потому что ей желудком. Значит, пусть кладет меньше. Значит так. Да, сейчас закипит вода, сварится спагетти. Сколько у тебя зубчиков там уже? Мы вот смотри, сделаем на четверых вот столько, а могут даже больше. Люда могла, чем больше чеснока. В этом случае. Да, этот тоже ржал. Я ему сказала, что первая часть, но когда-то водила нас как баранов. Еще час, час. Ну да, час водила нас. Эта часть, я ему сказала, была лишняя. Он же еще за нее заплатил. Он говорит, да, я уже понял. Я когда видел, как ты маешься, я не понимаю, что она говорит. Так мы все, там, по-моему, все люди маялись. Ты видела, все были такие скучные. Видишь, кто-то может быть делать что-то по-моему. О, I think all. Вот он так, я показываю, спокойно. All of me, why not tickle? I don't know if this pot's going to be big enough. I specially make these. Oh, really? Yeah. Now then, I can go in the shop round the corner and get some English tea for Christina. You know how many minutes? What time? Round the corner. Which is good. Okay. Which is good. Просто нет. То есть кто-то давит, да, его. Ну, так подавить его проще, давим, ну, вот. Через эту штуку, через чеснок. Да, я его просто вот так, видишь, мелко режу. Ну, мне кажется, так даже вкуснее. Да, так ты его чувствуешь, да. Понимаешь? А так получается есть, только запах, да. Да. Только хотел сказать, там только запах. Вилли ловит спагетти. Спагетти fly. Like a snake. Legs. So, the champs are just Короче, вот так, видишь, порезано. Как кто любит, ничего да, страшного. Мелко, крупно, немедленно. Да, суть, главная суть. Что есть чеснок. Кто-то может выдавить, кто-то может выдавить. Мне кажется, порез действительно, you want действительно to приятнее. Use, big one? Yes, yes, I can do. You turn off? Butter. Вот смотри, так. Что она делает. Давай, сам на батон. Русском говори, да. Вот, бляха-муха. На русском, да, говори. Да. Значит, берешь сливочное масло. Ну так, сколько? Побольше. Вот смотри, ложку, видишь, да. Я можно еще больше. Считай, две ложки вот такого размера, да? Да, но это я делаю порцию на четверых. Ей, да. Конечно, она все делала гораздо меньше.
растапливают. Ну, они там уже, знаешь, один раз делают, потом поймут, чего больше, чего меньше, да? Да, да, как понравится. Да. Можно использовать сливки, я буду использовать потом молоко. То есть вот это тоже такой момент. Видишь, я побольше ложу масла, потому что я буду использовать не сливки, а молоко. Не сливки, а молоко, я поняла, да. Если они будут использовать сливки, они могут масло меньше положить. А сметану в этом случае не кладут? Нет, она же кислоту даст, а это наоборот такой соус должен быть. Более как сладкий, да? It's not more. I didn't eat today. Yes, and don't eat. Никакого процесса. Масло как уже подкипает, по-моему, да? Вот, масло только растаяло, да? Смотри, кидаешь туда чеснок. Ой, извини, так могу тебя порезать. Чеснок. Этот же момент. Практически все это делается одновременно. Ты кидаешь... Тихо. Это надо быстро. Ой, я ж... Так, кидаешь туда это. Да, то есть их варить не надо? Да, если она купит... Сразу вот так? Конечно, если она купит... нечищенные, она их должна будет почистить. Ну, с них так нажимаешь, да. Там лучше чищенные купить, если они что-то... Нет, ну, бывает нечищенные круче, потому что они вообще свежие. Просто руками ты с ними. Все, видишь, их не мыть не надо, они все на суху. Да, а их мыть не надо точно, да? Значит, смотри, процесс какой. Как только они, видишь, они начинают краснеть сразу. Пока не вижу. Вот, видишь, я их перевернула. А, да, вижу. Уже. Вот один вижу такой. О, уже появляется. Вот, как только они все становятся красные, это буквально чесночок проходит одна минута. Пахнет. Да. Можно посолить, поперчить. Это опять-таки на вкус. Это они да, будут говори, делать по своему говори, желанию. Сколько соли, да, сколько перца. А ты будешь солить? Да, сейчас. Посолю. Слушай, безвкусно тоже, наверное, невкусно. Наверное, соль даже. Ну, один соли, да? Соли? Да. Я буду ложить немножко. Если они любят соленые, пусть кладут. Не, ну они не увлекаются вредным. Морская соль, кстати, у нас такая же. Можно поперчить еще. Тогда они будут пастые. Have you paper? You have paper. А можно еще бросить зелень, да, в принципе? Вот по идее. Вот мне кажется, скажи. Зелень у нас есть петрушка, надо. Мы можем положить ее уже в тарелку. Ну да, то есть для можно украшения, потом, потом можно, да, еще и зелень. То есть если вариации такие, да, и зелень. Да, да, потому что, в общем-то, любой морепродукт любит петрушку. Петрушку именно, да? Да. Ну, итальянцы используют... этот, как у них зелененький, базилик они везде кладут, да. А в общем-то рыба любит петрушку. То есть и морепродукты, с да. С базиликом не надо проводить эксперимент? Нет, ну вот мы, русские, просто используем больше петрушку, она ничем не хуже. Она, кстати, в рыбных продуктах дает очень классный вкус. Это я услышала у этой Высоцкой Юлии. Вот она готовит, я очень часто интересуюсь. Вот она как раз говорила, она же живет в Италии и готовит вот эти продукты. Мы берем молоко. Лучше не пережаривать. А потому что в принципе молоко? Здесь дай, все дай сниму. За любое, это они будут за сливки. Видишь, сколько молока, чтобы покрыло креветки. Мне кажется, это стакан будет. Нет, меньше. Нет? Это меньше. Чуть меньше. Чуть меньше. Ну, больше половины, 100%. Да. Смотря какая сковородка, какая, сколько вы хотите соус. Ну, я имею в виду вот на эту порцию, да? И выключаешь... И опять же, это зависит, наверное, от сколько, кого, сколько соуса ты хочешь сделать. Выключаешь ты тогда, когда они закипают. Вот только закипит сейчас эта история, пока она закипает, ты берешь перец. Да? Все, выключай. Все, вот так вот я чуть-чуть. Все, вот я покажу даже близко. Вот закипело все. Да. И можно все, он уже выключен. Все, готово. Да. Вот видишь, как быстро. Сейчас да, мы приготовим. Смотри, что я подаю по вам. Фарш уже подал. Кстати, фар, да. Помою, ее мелко порезала.
порежу. И когда она сходит в тарелке, я украшу эту петрушку. Именно на в тарелках, да? Да, я посыплю ее петрушкой. Можно не в тарелке, можно сразу. Вон, вдруг кто-то не любит. Знаешь, у меня просто... Вот дом любит, я любит, люблю. Да, все любят. Значит, да, это посыплю. Все любят. Ну, в данном случае все любят. Дом любит, и ты любишь, и Билли любит. Вася у меня не любит, Петя у меня любит. Да, да, да. Это как тренер рассказывал, как он со своей девушкой, ну, с которой делал он туфли, покупал какие-то туфли, он не мог купить. Мы ходили с Аленой, потом приехала Валя, мы с ней ходили, искали эти туфли, я не мог больше ниже купить. Потом еще... С Васей, с Петей. Мы пошли в Тверской с ним, лет 5 назад, я говорю, ты еще слышишь, что ты несешь? С Маней он искал, с Маней он искал, я говорю, с Дусей он искал. Угадай, я говорю, это, конечно, прикольно. Я говорю, сейчас слышу, ты несешь. С маленьким стал. Только наслаждается тем, что ты приготовила. Так, это петрушка. You this, so here, you must put here. I mix in this with chips, okay. Okay. Yes? Yeah, I just get some of the water there. Это в сковороде трехмет? Я вот делаю так, я не знаю, кто. А, так. Наоборот, в кастрюлю, да? Стоп, я сейчас отсюда зайду. То есть ты наоборот в кастрюлю. Да. You want this? You want this video? Yes. Очень быстрое приготовление. Вот, все. Теперь я засыпаю. А теперь что, Ира? Теперь я туда немножко докину петрушки. Тушенка нарезала. И все, это перемешаю. И все. Ты можешь спокойно вести передачу. Приятного аппетита. Да, как это, как его? Кончаловская. Да, вот это мне показала моя сестра. Когда это в Америке они так Америки, делают, да? Да, потому что у них эти шримпы очень свежие, очень вкусные. Ты даже так говоришь аппетитно. Вот. И мы...